Добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Ахмед Рустем Рафитович. Я являюсь главным агрономом ООПХ Артемида. Мы находимся в республике Башкортостан, Москалинского района. У нас земли 12 тысяч гектаров. Из них в этом году мы посеяли 3388 гектаров подсолнечника. В этом году мы применяли Амистар Голд по норме 1 литр на гектар в базе звездочки. У нас были проблемы по ржавчине. Отработали мы его дельтапланом. В принципе, визуальный эффект был. Разницу по урожайности смотрели, получается, где обрабатывали Амистар Голдом. У нас вышло 25-26 гектаров. Где не работали, вышло по этому полю 20 гектаров. В принципе, 5-6 гектара — это очень хороший результат. Но вот на следующий год мы планируем уже взять высококлиренсный опрыскиватель. Там, я думаю, уже будет эффект гораздо выше. Там, получается, на 22 год мы планируем посеять уже 2000 гектаров. На 2000 гектаров больше. Вот, получается, будем использовать Амистар Голд, нам он очень понравился. У нас есть небольшой остаток, но мы его будем докупать. В принципе, хороший, я бы порекомендовал многим хозяйствам применять Амистар Голд.